что тобой слышится там вдалеке. Эти звуки устомы знакомы навстречу летят. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем бегом, сойдя по волне, полно навстречу летят. Пароход! Так вспоминал свою юность Леонид Утесов. А мое первое приобщение к церкви. Песня. А мое первое приобщение к песне, как вспоминал Федор Иванович Шаляпин, произошло в русской церкви. Конечно, многие люди, вероятно, несметно умные, говорят, что религия – это опиум для народа, а церковь развращает человека. Однако, кажется мне, что если и есть в церкви опиум, то это именно песня. Священная песня. Всегда приходя в церковь и слыша «Христос воскрес из мертвых», чувствую, как я вознесен. Короткое время я не чувствую земли. Стою как бы в воздухе. Держали перед собой загадочно разграфленную бумагу и, заглядывая в нее, выводили колоссами приятнейшие звуки. Через некоторое время меня приняли в хор, и я с острым наслаждением узнал, что на свете есть ноты. А еще я узнал, что не всегда мальчики поют вместе, что бывает иногда, что один голос в середине поет соло, и что соло еще поют в театре. Я стал спрашивать отца, можно ли мне работать на сцене? Отец долбил изогнутым пальцем мне по лбу и все внушал. В дворники надо идти, в дворники, и будет у тебя кусок хлеба, скотина. Я хотел петь. Моя влюбленность в пение только возросла, что я, несмотря ни на что, на запреты отца, на насмешки сверстников, петь! Страх заставлял делать ошибки. И не раз, глядя на лик Христа, я шептал: Господи, помоги мне когда-нибудь петь в театре.